Привет, меня зовут Айдар. В ТикТоке меня знают как Тузалити Дэнс. Это челлендж «Страна открытия», и я участвую в номинации «Урбанистика». Россия – многонациональная страна, и сегодня я расскажу и покажу о самых известных местах Казани. И первая наша локация – это Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала. Днем рождения Татарского государственного академического театра имени Камала считается дата 22 декабря 1906 года, так как именно в этот день состоялся первый публичный спектакль на татарском языке. Первая профессиональная группа, ставшая зародышем Татарского государственного академического театра, была «Саяр» – путешественник-передвижник. Название для группы предложил выдающийся татарский поэт Габдулла Тукай, кстати, памятник которому мы сейчас переместимся. Мы находимся в сквере, названном в честь любимого поэта татарского народа Габдуллы Тукая. В старину на этом месте располагались мясные ряды, куда за провизией съезжалась вся Казань. Памятник поэту был открыт в 1958 году. Его авторы – Садри Ахунов, Лев Кербель и Лев Писаревский. Мы находимся на самой известной улице в городе Казань – улице Баумана. Ежедневно здесь проходят тысячи людей и выступают уличные таланты города Казань. Улица начинается около Казанского Кремля от площади Тысячелетия. Мы подходим к самой известной достопримечательности в Казани – мечеть Кул-Шариф. Строительство храма было начато в 1996 году, как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства. Историческая мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Воссозданная мечеть названа в честь последнего имама Саида Кул-Шарифа. Внутреннее пространство мечети рассчитано на 1500 человек. Теперь твоя очередь. Покажи самые нестандартные места своего города. Подробные правила ты можешь найти на сайте странооткрытие.рф. Не забудь добавить хэштег конкурса «Страна открытия» и указать название своего города. Открой свой город всей стране. Сними видео и выиграй путешествие по всей стране.